Здравствуйте, меня зовут Ольга. Хотела бы попробовать себя в роли прогнозиста, так как люблю футбол и хоккей. Прогнозы будут об этих играх. Начну с игры «Зенит-Краснодар». Начало игры сегодня в 16:30. Сразу скажу, что нравится, как играют обе команды, но отталкиваться буду от Краснодара, так как коэффициенты на порядок выше. Основная ставка – обе забьют. Так, за 1,85. Так как у «Зенита» лучшая атака в российской лиге, «Зенит» забивает в каждой матче. Ну а «Краснодар» в гостях, исходя из статистики, из 10 матчей, 8 матчей забивает хоть один гол. Вот. А для тех, кто хочет рискнуть, может поставить индивидуальный тотал второй, больше одного, за коэффициент 2,80. Прогнозы мои бесплатные, просто так выражаю свое мнение по поводу игры. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. Выключаем.